эта конференция очень важна еще с той позиции, что здесь мы все, с одной стороны, постигаем в историческом аспекте духовное достояние чеченского народа. Я, например, многое здесь слышу, узнаю, потому что у меня здесь коллеги и давние друзья в чеченском народе. И я, приятно мне просто находиться в вашем государстве, в вашей стране. С другой стороны, национальные традиции сегодня стараются затмить. Есть такие силы в России, которые стараются затмить вот эти традиции. Их невозможно стереть. Традиции могут погибнуть только самим народом. Никому это не под силу, это напрасная трата времени, потому что в народе есть такие личности, которые спокойно, размеренно продолжают традиции своих предков.